Сегодня 1 мая, официальный праздник и в Италии. И мы приехали в город Мальчезино к нашим друзьям. И до обеда решили сделать небольшую прогулку. И до обеда мы решили прогуляться по центру города, поэтому я сделаю запись и надеюсь, что у меня хватит времени смонтировать это видео как можно скорее и не опубликовать его зимой. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь, и я вам покажу красивый Мальчезино. Идемте, я вам все покажу. Вот здесь мы поженились с Филиппом. Погода нас немного подвела, на улице 16 градусов, и, возможно, сегодня будет дождь. Достаточно прохладно, но это не портит впечатление от этого города. Мне кажется, Мальчезино прекрасен летом, зимой. Особенно зимой, потому что здесь практически никого нет, и вы можете насладиться этим городом, он будет только для вас. Летом, конечно, здесь немного людно, но все равно прекрасно. Поэтому приезжайте обязательно сюда. Мне кажется, вот этот дворик один из самых фотографируемых. Вы точно видели где-то на фотографиях вот тот дом вдалеке. И, кстати, в замке Скалигеров можно организовать свадебную церемонию. Очень красиво, потому что все будет происходить с великолепным видом на озеро Гарда. Филиппа уже видите позади меня, он уже дико устал ходить со мной, и то, что я все это снимаю. Ну, что поделать. Это мой любимый дворик Мальчезино. Смотрите, как красиво. Так часто бывает, что приезжаешь в один и тот же город несколько раз и не замечаешь каких-то двориков. Вот один из этих ярких примеров. Смотрите, как здесь красиво. Ну вот и закончилась наша мини-прогулка по Мальчезино. Надеюсь, что вам понравилось, поэтому буду рада вашим комментариям, лайкам, а также подпискам на мой канал. Я обещаю, что в скором времени я найду время и смонтирую все видео из наших путешествий. Поэтому обнимаю вас и пока-пока!